Привет всем! С вами снова Светлана. И сегодня я буду делать для своего морского журнала послание в бутылочке. У меня есть вот такие маленькие крохотные бутылочки, баночки с крышечкой. И я хочу украсить свой журнал вот такой вот бутылочкой и буду делать послание в бутылке. Для того, чтобы сделать это послание, я взяла бумагу, на которой написано что-то от руки. И нам нужно совсем-совсем крохотный кусочек. Поэтому я сейчас его вырву. Потому что у бедного Робинзона Круза, конечно же, не было ножниц, чтобы вырезать это послание, ну, буквально малюсенькое. Я хочу, чтобы более-менее было ровное. Сейчас посмотрим. Поскольку у нас две бутылочки, то я разделю это на две части. Нужно, чтобы у нас по размеру это послание вошло в нашу бутылку. Теперь я хочу состарить края, потому что не может быть бумага новая. Она должна быть старая, обгоревшая. Краешки будут состарены. Эту, наверное, надо по чуть-чуть поменьше сделать, чтобы она вошла в нашу бутылку. И тоже я состариваю. А теперь мне нужно это послание скрутить в трубочку. Я возьму... У меня есть зубочистка, чтобы легче было, чтобы не мучиться, и скручу это послание в трубочку. Можно даже еще посильнее. Сейчас попробуем еще сильнее скрутить. Вот. И теперь я его хочу завязать веревочкой. Наш Робинзон Крузо завязал его веревочкой, наверное. Все очень маленькое, поэтому немножко сложно, но ничего. Я надеюсь, что результат того стоит. Бедный Робинзон Крузо, как ему было тяжело завязывать эту веревочку. Так. Попробуем снова. Во-первых, я, наверное, подклею наше послание, чтобы оно у нас не разворачивалось. Иначе оно у нас просто не влезет в бутылку. У меня есть горячий клей. Я буквально чуть-чуть его намажу. Вот. И тогда нам будет легче запихивать наше послание и завязывать его веревочкой. А-а-а!
Есть. Ура! Наш Робинзон завязал это послание веревкой. И теперь лишнее я отрежу. Что ж такое-то? Вот. И со вторым посланием мы делаем то же самое. Со вторым посланием я делаю то же самое. Я закручиваю сначала на зубочистку. Подклеиваю чуть-чуть. И завязываю его веревочкой. Все, теперь я лишнее обрежу. И теперь можно декорировать нашу бутылку. У меня есть много-много камушков. Малюсенькие ракушечки, просто мизерные, крохотные вот такие. И я это все помещаю в бутылку. Во-первых, чтобы было интереснее. Во-вторых, чтобы была морская тематика. Теперь я помещаю наше послание туда. Так, лишнее это надо обрезать. Почему-то моя веревочка вся размахрилась, но ничего. Мы помещаем наше послание в бутылку. И второе мы тоже помещаем в бутылку. Попробуем закрыть крышку. По-моему, второе послание у нас получилось великовато. Мы его немного укоротим и сделаем то же самое со старым. Пусть чуть покороче пишет Робинзон Крузо. И туда тоже добавляю маленькие ракушечки. Сначала мы добавим ракушечки и камушки. И потом мы туда помещаем наше послание. Попробуем сейчас закрыть. Отлично закрывается. Веревочку чуть-чуть укорочу тоже. Да что ж такое, у меня ножницы не режут сегодня. Мы помещаем туда наше послание, закрываем крышкой и это закрываем крышкой. И теперь мне хочется чуть-чуть задекорировать горлышко нашей бутылки. Я сделаю несколько витков суровой веревочки, чтобы можно было потом на ее подвесить за что-то.
Я чуть-чуть капаю клеем. И сюда, на это место, я, наверное, приделаю вот такую морскую звезду. Это пластиковые морские звездочки. Сюда можно приделать ракушку. За эту веревочку я буду привязывать. Здесь у меня будет висеть ракушечка. И вот такая вот, вот такое вот послание бутылки у меня получилось. Очень быстро, очень просто. Сюда я тоже сделаю то же самое. Я тоже возьму кусочек бечевки. Намажу. Приклею. Морскую звезду. Она уже впоследствии прицепилась, когда наша бутылка плавала по морю. Конечно, морская звезда не может прицепиться к бутылке. Но вот такое вот украшение у меня получилось. Для моего морского журнала. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. Пока-пока.